еще раз хотелось бы объявить, чтобы все было официально. Илья Наильевич Баймухамедов, комплекс «Русские бани» на Малиновой, город Магнитогорск. Еще раз. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Приятно вас видеть. Вы собрались на это очень замечательное мероприятие. Ну что ж, я хочу представить вам продукт, скажем так, безумных уральских селекционеров, последовательно Мичурина. Тяжело совместить несовместимое. У нас он на пихточке, нынче чеснок вырастает. Так что варенье у нас будет очищающее, комплексное, антибактериальное, противовирусное. В зиму в самый раз. Ну что ж, господа, спасибо большое. До свидания.
Продолжение следует...
До конца выступления остается 5 минут. Выступление остается 2 минуты. Сюда выходите.
Ну что, друзья, теперь у нас впервые тот человеково парень, представитель прекрасной половины человечества. Поэтому вдвойне интересно узнать ваши впечатления. Здравствуйте, дорогие зрители и участники. Я посещаю баню два раза в неделю. Не с чем сравнить баньки наши. С хамами, в сауне были, в бане, в замечательные бани. Такого моего парижка и... Он замечательно держит температуру, что немаловажно для русской бани. Хорошо контролирует ситуацию, следит за моментом. Чувствует, когда я только хочу сказать, водички холодные, он мне подливает. Когда парку, он мне поддает. Очень внимательный, очень чуткий. Всех Ильюхи, Ильюха лучше всех. Попробуйте на себе. Ура! Ура! Присмотрите еще раз. Что, время раздавать бесплатные слоны? Действительно.